Всем привет! 6 ноября на телеканале ТВЦ состоится премьера четырехсерийного детективного сериала под названием «Кукловод». По сюжету 2 года назад жена следователя Юрия Вишни стала жертвой серийного убийцы, который оставлял на месте преступления кукол. Самого Вишню тогда от расследования отстранили, а группу возглавил его друг и коллега Жаров. Убийцу быстро нашли, им оказался молодой парень. Несмотря на явное расстройство психики, его признали вменяемым и посадили на 25 лет. С тех самых пор Вишня решил уйти из полиции, став обычным консультантом в службе безопасности большой фирмы. Смерть жены он переживал очень тяжело и до сих пор страдает от посттравматического синдрома. Его новая жена Ольга пытается помочь ему справиться с этой проблемой, записав Вишню к психотерапевту. И кажется, она бы добилась эффекта, если бы не новое убийство.